Он хорошо и мяч держал, но в конце, в последней стадии не смог выпрыгнуть и занести туда мяч в зачетную зону. А вообще должен был, конечно, Портман. Какие подстраховки хорошие, а? Как активные в защите Альба. Три человека висит на Фохтмане. Смотрите, действительно, какая подвижность. А здесь дадут в нападении. Все время два или три человека в защите цементируют. И хотел отдавать сначала Стрельникс в угол, потом увидел, пространство. И смотрите, один, два игрока в красной форме, три игрока в желтой. И, конечно же, очень хорошо Сива тут занял позицию. У ЦСКА, может быть, знаете, нет дефицита в таланте, Сергей Николаевич, но вот без Майка Джеймса у них нету игрока, для которого вот одним из его талантов, одним из его навыков является вот это вот такое комфортное отношение к лидерскому бремени, когда ты должен владение за владением, принимать решения, сам обострять, тащить, тащить, тащить. И, казалось бы, там в начале у Шенгели и Милутинова были хорошие моменты, но потом уходит в тень. А это такой вот навык все время.